Это абсолютно уникальная история. В этом году в некоторой степени некоторые фильмы стали повторять, да? В частности, там мой любимейший фильм последнего времени «Шаттер Айленд. Проклятый остров», «Остров проклятых» Мартина Скорсезе тоже, например, очень долго работает в прокате. Да? Но я считаю, что это один из больших фильмов последних там, лет 10, не знаю. Ну, сейчас не о Скорсезе, да, который, наверное, один из последних мастодонтов большого голливудского кино, а про «Миллионера из трущоб». Вот вы видите вторую версию, на самом деле, нашего постера. Мы его покупали за отдельные деньги у итальянцев. Вот здесь вы не видите, но на нем была фраза, сказанная другим нашим режиссером Валерой Тодоровским, которая звучит следующим образом. Когда люди горят и сгорают, получается такое вот здоровское кино, супер. Соответственно, вот этот постер, он говорит, продолжает говорить со зрителем, что может вернуть любовь, как раз четыре варианта ответа, как это происходит в передаче, и мы выбираем судьбу. Мы щелкаем по ней вот красным таким, такой штучкой. Фреда Пинто, теперь уже большая звезда, которую хотят к себе Вуди Аллен, по-моему, она даже снимается в его новом фильме, и Тарсем Сингх, она будет играть, по-моему, вот в этой очередной, теперь модный тренд, еще один, мы про тренды еще поговорим, это греческая мифология и ее перенос на экран, да, там в формате 3D или что-то там еще. Вот будет играть наша Фредочка богиню Ио, Микки Рур будет играть в этом фильме, по-моему, Аида, бога там Нижнего Царства. Вот в то время еще Фреда никто не знает, вот она такая у нас скромненькая, желтенькая. Косыночки. Один из любимейших моментов в фильме мой, собственно, вот моя личная история с этим фильмом именно связана с этим моментом, когда мой товарищ, который тогда работал креативным директором «Вальги», сейчас он работает креативным директором другого крупного киношного холдинга, звонил мне, сдупляя, и спрашивал, вот Салем, перед тем, как пустить себе пулю в лоб, говорит «Аллах Акбар», вот как мы это переведем? Я говорю, ну не знаю, не переводимо, наверное, оставь так. Нет, ну все-таки. Я как человек, который часто читает псалмы, все-таки понял, что, наверное, Господь Великий, это будет наиболее адекватным переводом. Через сутки мне перезвонил господин Ершов и пригласил меня на работу в компанию «Вальга». Ну, это все о том, что вот такие кейс-стади, да, на мой взгляд, они не могут не быть, не сопровождаться вот этой энергией свыше, да. То есть, на самом деле, бизнес, конечно, такая штука может быть для кого-то абсолютно абстрагированная, что-то там, наверное, веселое пишется. Но когда человек оказывается в правильное время, в правильном месте и делает то, что от него требует момент, делает это искренне, делает это с любовью к тому, что он делает, чтобы на стене в это время не было написано, он не отключился на это, он будет продолжать делать свое дело. Тогда происходят успехи, тогда происходят прорывы. Вот таким образом, коротко я рассказал, надеюсь, что не скучно вам было все это время, о том, как «Вальга» вышла на этот рынок. Следующим нашим проектом был тоже абсолютно знаковый для нас фильм «Рестлер», на котором мы потеряли кучу денег, но до сих пор счастливы, что это кино прокатывали в этой стране именно мы. Потому что мы привезли Даррена Аронофски, опять-таки для меня одного из самых важных режиссеров там, сегодняшнего дня. Мы привезли Микки Рурка, одного из самых важных людей для всех нас, я думаю, которые выросли там на еще в VHS-кассетах. Да. С Микки Рурком отдельная история, лучше бы мы его не привозили, конечно. Очень большое разочарование, но привет, Микки. Мы не смогли сделать то, что собирались. Микки не получил в этом году Оскар. Так уж лучше. Таким образом, «Вальга» вышла на этот рынок в очень непростое, сложное, кризисное время. Команда развивалась, выстраивалась в течение года. И результат первого года бокс-офиса для стартового года был более чем, на наш взгляд, позитивным – 11 миллионов долларов. У нас было несколько еще знаковых фильмов, как «Пророк» Жака Диара, который получил 8 Сезаров, как вы знаете, главный фильм Франции прошлого года, тяжелая 2,5-часовая тюремная драма.
У нас был фильм «Безумный спецназ» и куча еще другого. Я так понимаю, что мы, в принципе, сейчас плавно тогда перетечем уже к вашим вопросам, чтобы вам как-то дать повеселиться, а то, мне кажется, уже все в стене. Вот, спасибо за внимание. Сколько там еще признание любимого? Даже боюсь, как туда смотреть. Я свободно не смотрела уже туда больше. Кому показалось, что это было весело, он ничего не понял. Вот вы можете нажать кнопочку и сказать этим всем мужчинам. А я не знаю, что ему сказать. Ну, когда мне сказать свое мнение, мне на самом деле было очень интересно, что вы сейчас говорили, потому что у меня как раз в ноябре вышел фильм «Весельчаки» в прокат. И на самом деле, когда я встретился с режиссером Феликсом Михайловым, он мне рассказывал про компанию «Вольга» и говорил, что это одна из самых успешных компаний маленьких, которая прокатывает фильмы не на широкую аудиторию, таких как «Миллионер с трущоб». Для меня сейчас было очень интересно узнать, что прокат фильма был до того, как он получил все эти «Оскары». Я об этом не знал, я думал, что он уже... Ну, практически там вот тайминг такой был, 14-12 мы вышли, 23-го мы получили. И мне это было, конечно, очень интересно, и я сожалею, что не получилось Весельчаков прокатить в компании «Вольга», вот очень жаль. Но мне было сейчас безумно интересно. Я надеюсь, что какой-нибудь большой следующий фильм мы обязательно заберем и сделаем из него хороший национальный народный хит. Как у нас случилось сейчас с последним фильмом, если вот говорить, да, о том, какая высшая точка сейчас, да, была у компании. Опять-таки, если ты поставил этот вопрос, я вспомню о том, что фильм «Как я провел этим летом», который, ну вот, на сегодняшний день самый актуальный наш релиз, мы подписали и забрали тоже тогда, когда никто абсолютно не знал об этих трех медведях. Леша буквально по погребке там за день до этого узнал, что они попали в конкурс. Я очень нагло, очень уверен, когда Леша уезжал в Берлин, сказал ему, ну, как минимум одного медведя надо везти. Он немножко удивился моей напористости, но после просмотра кино появилась эта уверенность, что вот сегодня тренд такой, на наш взгляд, да, вот сегодня русское кино, которое все-таки кино с большой буквы, при этом из него можно как-то, не знаю, из какого-то кусочка сыра выжать максимум там копеек вот этих там. В результате у нас после этого уикенда будет чуть больше $500 000 долларов. Да, это не весь такой там суперпрорыв, но тем не менее это такого непростого 2,5-часового генетически наследующего Тарковскому фильма, да, скажем так, никак не ласкающего зрителя, это может неплохой результат. Вот. Прекрасный вопрос, на самом деле, потому что это, ну, одна из основных составляющих успеха компании вовремя, еще на стадии, когда ты даже можешь и сценарий не увидеть, каким-то там, не знаю, 13-м ощущением там понять, что вот сочетание таких трех актеров, этого продюсера и вот этого режиссера должно выстрелить. Более того, там занести, не знаю, какой-то MG, минимальную гарантию своему западному партнеру, которую там, если ты не вовремя, а потом отреагируешь, тебе не вернут просто, да. Поэтому есть такая большая команда Acquisition, да, у нас на Западе, наш учредитель и бессменный управляющий компанией Сергей Ешов, он проживает в Лос-Анджелесе, очень хорошо там, соответственно, делает свое дело, держит руку на пульсе независимого рынка. У нас есть представители в Европе, ну и вот мы все там в компании немножко так повернутые.